У нас не школа для гидов, но у нас все равно разговор такой, который станет полезным даже для тех, кто в этой профессии находится всю жизнь. Гид, спортсменка. Лена, кажется, я что-то забыла. Здравствуйте, я Лена, я хочу у вас работать. Возникает вопрос, это вообще кто? Пока до последнего дошло, я уже забыла, как первого зовут. Совершенно. Что за Лена? Пришла домой и как давай всех строить. Вперед не забегать, сильно не отставать. Меня собака слушается. С нами был не просто какой-то экскурсовод, а с нами был, ух ты, какой экскурсовод. Разговор в межсезонье. Подкаст о путешествиях по Камчатке и людях, связанных с ними. Яркие моменты из жизни наших гостей. В этом проекте небанальные жизненные ситуации и погружение в историю. Даже если вы редко покидаете свою квартиру, смотрите, слушайте, мечтайте. В свое время мы отправимся в путешествие. Ну что, мы начинаем наши разговоры в межсезонье. Да, это такое время, когда можно не спеша поговорить о том, о чем не хватает времени поговорить в сезон, о том, как мы вообще это все выдерживаем.